Подарить новогодний праздник каждому ребенку. Такова цель ежегодной благотворительной акции «Наши дети». Стартовав 10 декабря, она продлится весь месяц и охватит каждый регион страны. Акция проходит ежегодно под личным патронатом президента Беларуси. Особое внимание уделяется детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, многодетных и опекунских семей, детям-инвалидам. Отличительная черта акции – широкое участие в ней организаций и общественности. Чиновники всех рангов, бизнесмены, представители предприятий посещают детские учреждения и опекунские семьи. Спонсоры устраивают новогодние представления, праздничные концерты, организуют экскурсионные программы, дарят подарки. Это не только традиционные сладости, но и необходимые для развития ребенка компьютерная техника, игрушки, спортивный инвентарь. Планируется, что в этом году в республиканской акции примут участие более 90 учреждений, предприятий, организаций. Их представителей ждут в более чем 120 детских домах, социальных педагогических центрах, социальных приютах. Планируется, что акция охватит более 15 тысяч ребят. Многих детей ожидает визит в резиденцию Деда Мороза в Национальном парке Беловежская пуща. Центральным событием станет новогодний праздник во Дворце Республики. Приглашение на главную елку страны получит более 2000 детей из всех регионов Беларуси.